Всем привет. Меня зовут Олег Колтунов. Я работаю в компании Spexful. Я участвовал в разработке многих крупных приложений лидеров App Store из нескольких сегментов, из сегмента ритейл, также банков, также дейтинг. И я вот хочу поделиться своим опытом, какие интересные моменты удалось выудить и сохранить с собой. Также я хочу сразу упомянуть Анастасию. Ее доклад только что прозвучал. Если вы вдруг случайно там не были, то вот скачивайте, заходите по QR-коду, скачивайте, смотрите. Наши доклады наиболее интересны вместе. Для кого доклад? Этот доклад, он в принципе про мобайл практику, но эта практика может быть применима и к веб, и десктоп-приложениям. Ну, например, если у них общая с мобайл логика работы, например, если общие API для получения данных. Ну вот для финтех, да не только, это, как правило, так. Это неприменимо, например, если у вас серверный рендеринг. Тут другие нюансы встают на первое место, и тут все-таки про рендеринг на клиенте. Доклад прежде всего про эффективность, про то, как добиться лучшей скорости работы, как не возвращаться к моментам, которые уже были написаны, выяснены. Также это доклад про надежность, как не допустить ошибок, как сделать так, чтобы все работало хорошо. Доклад состоит из трех частей. В первой части я рассмотрю процесс разработки и его проблемы. Во второй я свяжу элементы приложения с элементами спецификации и расскажу, какие проблемы возникают на каждом элементе. Ну и в конце выводы и результаты, которые у нас есть по результатам наших объективных замеров. Ну что ж, приступим. На этой схеме показана команда разработки и требования, которые команда получает от бизнеса. В таком идеальном мире аналитик получает требования от бизнеса. Ну, условный аналитик, да, мы знаем, что там еще есть дизайнер. Но тут в контексте функциональных требований. Аналитик аккумулирует эти знания и доносит их до разработчиков, до платформ, веб, мобайл, Android, iOS, да, бэкенд и QA, соответственно, дело тестирования. Спецификация здесь является эффективным инструментом донесения требований, то есть аналитик составляет документы, которые направляет коллегам. Но часто эта схема выглядит вот так. Так происходит из-за того, что спецификация не полна. В ней отсутствуют необходимые данные для того, чтобы разработчики могли сделать свою работу. Разработчикам приходится бесконечно обращаться вновь и вновь к аналитику, чтобы выяснить, как же оно все должно работать. Когда разработчики не могут это сделать, они начинают спрашивать друг друга. И часто выглядит так, что одна из платформ, например, Android, сделала фичу месяц назад, iOS только сейчас делает, не знает, как сделать, спрашивает, Android, как же вы сделали? Android отвлекается от другой фичи, объясняет коллеге, как это все сделано, как это все может работать. Тормозятся в результате оба. Опасным является, когда функциональные требования попадают в отдел тестирования от разработчиков. То есть разработчики как-то поняли, как-то сделали, потом рассказали, отдел тестирования, как оно должно работать, тот отдел протестил, ну и все нормально. В этом случае большой есть риск, что бизнес получит не тот продукт, который он хотел, потому что с аналитиком они говорили о чем-то другом. В общем, это опасная, порочная практика, к сожалению, она в той или иной мере бывает и происходит. Эти проблемы можно перечислить. Это вот невозможно получить необходимые параметры для разработки как вовремя, так и вообще. Невозможно. Коммуникация в команде становится очень изнурительной, все спрашивают друг у друга, никто не может понять, дергают, отвлекают, выстраиваются к аналитику очереди. Я несколько раз видел реально настоящую очередь к аналитику. Когда разработчики не могут выяснить необходимые данные, они реализуют так, как поняли. Соответственно, приложения, как правило, на Android и на iOS должны быть одинаковые. Получается, что они сделаны по-разному, потому что один разработчик понял так, другой разработчик понял так. Это может быть проблемой, потому что придется переписывать.
Оценка времени тоже очень сильно страдает. Если не понимаешь функционал, какой он должен быть в итоге, то и трудно оценить его в плане там, человека дней или там, спринтов, сторипоинтов. Качество тестирования также изрядно страдает, когда непонятен весь набор кейсов, всех состояний, как должно работать приложение, то и трудно это протестировать. Многие моменты могут от внимания убежать. Отчасти здесь есть проблемы в инструментах. Мобильные разработчики получают три группы документации. Первая — это документация на API, которая часто для этих целей используется Open API, то есть Swagger. Это документация на сервер, как с ним работать. Документация на UI, Zeppelin, Figma, о которых мы уже слышали много раз. Но это спецификация дизайнера, она описывает интерфейс. Но вот про функции приложения, про его логику, как там все должно работать, специализированных таких же классных инструментов фактически нет. И здесь все упирается в мастерство аналитика, которому надо в свободном текстовом формате, Confluence, популярный инструмент, это именно свободный текстовый формат, написать это. Здесь выручают корпоративные практики и опыт, но это тоже порочная схема, потому что новых людей надо долго погружать в сложившиеся процессы, и это трудно. Это большая зависимость от опыта, от конкретно аналитика, и это делает работу с командой не такой универсальной, то есть трудно перемещать людей. Порочным является отсутствие вообще такой спецификации, когда есть только API, есть UI. В данном случае ошибок избежать гораздо труднее, и время разработки здорово страдает. Давайте более детально погрузимся в проблемы, которые стоят перед разработкой, и рассмотрим до этого проблемы и части приложения, какие они бывают. При мобильной разработке есть две большие проблемы. Это проблема возможных состояний интерфейса и проблема источника данных. Чтобы погрузиться в эти проблемы, давайте посмотрим на типичную задачу, которая решает, например, приложение банка. Эта задача — отображение списка транзакций. Задача решается так, что на первом этапе открывается экран, на нем отображается крутилка. Когда идет запрос данных, то эта крутилка на экране сохраняется, и когда данные приходят, соответственно, отображается список, по клику на список, элемент, происходит какое-то действие. В целом эта задача довольно универсальна. Она может быть инвертирована, если речь идет об отправке, об отправке формы на сервер, но там также будет запрос, состояние, в общем, задача довольно типична и универсальна. Первое, что необходимо для решения этой задачи, это описать состояние экрана. То есть у экрана со списком может быть как минимум три состояния. Это загрузка, это состояние с данными, это состояние ошибки, потому что, во-первых, интернет может отвалиться всегда. И на самом деле много других состояний. Для банка это, например, будет состояние: у вас нету транзакций, купите что-нибудь в магазине, тогда не появится. Также ошибок на самом деле очень много. Это ошибки потери авторизации, это ошибки некорректной карты, на которую надо показать там, диалог, или диалог создания новой карты, например. И что-нибудь еще. На решение вот этой проблемы и на поиск всех возможных состояний разработчики часто тратят очень-очень много времени. И часто получается так, что изначально разработчик не предусмотрел все необходимые состояния для экрана, потому что он не знал о них. Ему приходится дописывать их. А это дописывание — это не всегда просто добавление кода уже к имеющемуся. Это может быть и изменение того кода, который уже написан. То есть типичная ситуация, когда разработчик написал два состояния, первое, второе, или третье, да, а четвертом, пятом, шестом он вообще, в принципе, не знал. И ему приходится возвращаться к этой задаче и переписывать еще эти же уже написанные, первый, второй, третий, для того, чтобы они работали вместе с остальными состояниями. Это большая потеря времени.
Говоря о состояниях экрана, надо еще и помнить, что есть состояние блока на экране. Например, если у нас на экране отображается список банковских продуктов пользователя, например, карт и счетов, то надо предусмотреть, что в этом списке отображаются как счета, так и накопительные счета, счета с привязанной картой. И если заранее передать разработчику весь перечень возможных счетов, то есть возможных состояний блока, то ему будет гораздо проще и быстрее сделать эту задачу. В целом проблема возможных состояний интерфейса, она влияет на скорость разработки, она влияет на оценку времени. То есть разработчик не знал, например, что там столько-то состояний, и некоторые из них сложные, оценил неправильно, из-за этого бизнес вылетел по времени, из-за этого, ну, сами знаете, что бывает. Качество тестирования тоже очень сильно страдает, если не описано количество состояний экрана, потому что тестер мог вообще не протестировать, например, накопительный счет. На обои это попало в непротестированном виде, реальные пользователи, у которых накопительный счет есть, получили в худшем случае краш. Это вполне может быть. В целом проблема возможных состояний интерфейса, она помогает понять весь вообще объем функционала, тот самый definition of done, который очень важен для оценки. Давайте обратимся теперь ко второй проблеме. Это проблема источника данных. Проблема источника данных, она решается за счет маппинга элементов. Маппинга, то есть соотношение элементов на экране, того, что видит пользователь, с теми данными, которыми работает приложение. То есть те, которые приходят с сервера или где-то хранятся в приложении. Маппинга можно выделить 4 типа. Это самый простой маппинг статичных данных, второй маппинг сетевых запросов, третий маппинг полей структур данных и четвертый – это маппинг значений этих самых полей. Сейчас я подробнее расскажу про 4 этих типа. Первый, как я говорил, самый простой – это соотношение просто заголовка события с текстами, которые бывают на нескольких языках, если приложение локализовано. Как ни странно, на этом очень-очень-очень простом кейсе разработчики, по моим наблюдениям, теряют 5% своего рабочего времени. Потому что, как правило, в дизайн-системе написан только один язык, ну, русский, да, очевидно, для нас. Понять, что там еще нужны, какие там переводы, это, как правило, коммуникация к аналитику, спрашивают, теряют время. В общем, не стоит про это забывать никогда. Это может быть не только маппинг текстов, это может быть также маппинг урлов, изображений, документов. Пожалуйста, помните об этом, пишите это в спецификации. Это значительное сокращение потерь времени при разработке. Второй тип маппинга – это маппинг сетевых запросов. То есть это тот маппинг, который соотносит экран с каким-то сетевым запросом. В данном примере на этом экране делается такой-то запрос, и эта информация очень важна разработчикам. Во-первых, потому что есть стратегия кэширования. А стратегия кэширования очень сильно зависит на бизнес-ценность данных. То есть, например, если это список транзакций, может быть очень вредно и небезопасно показывать пользователям старые данные, которые были актуальны вчера, а сегодня не синхронизировались, потому что не было интернета сегодня. Пользователь может увидеть старые данные, не поймет, что они не синхронизированы, будет звонить колл-центр, бизнес потеряет из-за этого деньги. Очень важно прописывать актуальность данных, то есть можно ли показывать пользователю старые или нельзя. Прописывая стратегию кэширования, важно помнить о том, сколько хранить данные. И, кстати, можно ли вообще хранить эти данные на девайсе? Это тоже может быть юридический вопрос. Ну и прописывая стратегию, также надо помнить про вопрос состояний, что показывать на экране, пока данные синхронизируются. Это может быть крутилка на весь экран, а может быть какой-то там сверху бегущий элемент. Это очень важный вопрос также при маппинге сетевых запросов. Помимо вопроса кэширования, здесь также стоит помнить про версию запросов API. Как правило, в больших проектах точки доступа имеют много-много-много-много версий. Разные версии отличаются лишь деталями, и, как правило, там работают все. И тут возникает проблема разных сред. Очень частая ситуация, очень частая причина ошибок, что в тестовой среде данные всегда находятся в каком-то упрощенном формате.
Это ну, нереальные данные пользователя, это какая-то выгрузка от какого-то числа или, может быть, сгенерированные, симулированные данные. И эти данные могут прекрасно работать, например, на 5-й и на 6-й версии API. Они могут быть одинаковые там. А после релиза на прод выясняется, что мобильный разработчик работает с новой версией API 6-й, хотя должен был с 5-й. Он не знал, эта спецификация, это не прописано. Там приходят не те поля, не те данные. В тестовой среде это ну, никак невозможно было проверить. Соответственно, пользователи видят на экране не то, что они хотят. В случае с банком это может быть прямо совсем crucial. Поэтому этот маппинг здорово помогает избежать ошибок уже после релиза приложений. На практике ошибки такие действительно случаются. Третий тип маппинга – это маппинг полей структур данных. На слайде мы сейчас видим элемент списка, который отображается на экране. Это транзакция. И, собственно, поля, которые приходят с сервера в объекте transaction. И на самом деле не такая уж простая работа соотнести элементы на экране с теми полями, которые пришли к нам с сервера. То есть если здесь мы видим там, name, product name, ну, запутаться не так-то сильно, сложно, но в реальном приложении там может приходить еще там product short name, product title, product full name и что-нибудь еще. И, потому что сервер может быть интегрирован не только с мобильным приложением, но еще и с вебом, еще с другими микросервисами. И для каждой интеграции там какой-то свой name особенный. Мобильному разработчику просто может быть нереально понять, какой name надо использовать. Поэтому это важно помнить при написании спецификации. Четвертый тип маппинга – это маппинг значений полей. В данном примере сервер возвращает вот такой вот JSON, то есть код 128. И мобильному приложению необходимо знать, что на 128 код мы отображаем вот такую ошибку, вывели неверный пароль. Недавно я делал фичу, это фича авторизация и регистрация. Там в спецификации вот маппинг значений занимал 80% вообще всей документации, потому что огромное количество кейсов было связано с разным поведением приложения на разные коды. То есть один код значит то, что у вас уже есть карта, второй код значит, что у вас уже есть карта, но вы можете сделать новую карту. Третий код значит то, что ваш там порой слишком простой. И, в общем, таких конкретных кодов ну, на одну фичу было ну, штук 40, может больше даже, ну, так не припомню, 50. И мобильному разработчику ну, просто было не по силам это, эти все коды смапить в какие-то состояния экрана. Здесь ну, была необходима работа команды вместе с бэкэндом, вместе с дизайнерами. Все эти коды были прописаны в таблицу, и, соответственно, только за счет этого удалось здорово быстро сделать эту фичу. В целом, маппинг полей и маппинг значений, так же, как и маппинг запросов, помогает избежать ошибок после релиза приложений, потому что все корнер-кейсы, то есть тупиковые сценарии, как в случае с авторизацией, они могут не проявляться на тестовой среде, а только могут быть специфичны для боевой среды. И поэтому эти места требуют особого внимания спецификации. Ну что ж, давайте посмотрим, какие выводы получились у нас. Мы рассмотрели две проблемы. Это проблема состояний элементов интерфейса, проблема источников данных, которая решается четырьмя типами маппинга. В целом для всех этих элементов характерно, что если их зафиксировать в спецификации один раз, это позволит разработчикам не терять время на бесконечное выяснение деталей, бесконечные очереди, бесконечные вопросы к аналитику или к коллегам. Это позволит разработчикам лучше понимать объем работы, лучше оценивать время вперед, из-за этого работа в команде становится более сбалансированной. Команде тестирования QA это позволит гораздо точнее оценивать качество продукта и проверить все тупиковые ситуации, которые возможны, все типы счетов, и только после этого выпускать продукт уже на клиентов. Мы провели такие наблюдения по нашим субъективным оценкам,
скорость вывода нового функционала поднялась на 30% после того, как мы описывали все эти необходимые данные. Загрузка аналитика сократилась на 30% за счет сокращения этой изнурительной коммуникации. Сравнивали мы как написание этого объема данных, так и отсутствие этой необходимой документации, и мы получили на примерно схожих фичах вот такие данные, то, что количество багов меньше, если записать необходимые данные спецификации, и количество задач на доработке меньше на 10%. Причем это речь как о доработках до релиза, так и о доработках после. Последние более критичны. Ну и можно сделать выводы, что точная спецификация, фиксация необходимых данных в этой спецификации позволяет быстрее, лучше разработать и в конечном итоге стать лидером и выигрывать в этой гонке приложений, которая имеет место. Всем спасибо, благодарю за внимание. Вот ссылка на доклад. Готов ответить на ваши вопросы. Да, у нас, к сожалению, времени мало. Давайте пару вопросов. А мы пока будем с другим докладчиком как бы да, готовиться. Давайте. Добрый день, меня зовут Елизавета Эскобалаб. Я бы хотела уточнить по поводу третьего пункта о том, что был маппинг значения полей. Если я правильно поняла, то были определены спецификации к тому, чтобы разработчик на каждый код ошибки выводил свой текст. Почему не сделали с бэка? То есть проще же заложиться на бэки, единократно сделать эту работу, нежели чем на iOS и на Android каждый разработчик будет эту работу делать. Тем более, например, изменились тексты ошибок, необходимо разработчикам править, соответственно. С какой точки зрения был выбран этот способ? Дело в том, что на бэке эту работу сделать может быть невозможно. И в нашем конкретном случае было точно невозможно. Потому что если в данном примере был маппинг там, кода 128 на текст, да, это вот бэк бы сделал. Но в реальном приложении там был маппинг кода 128 на поведение приложения, то есть на открытие других экранов. И если бы там просто текст приходил, ну, это бы не получилось сделать. То есть этот маппинг точно необходим на фронтах. На бэке он может работать в случае, если это просто текстовая ошибка, которая приходит на форме ввода. Ну и вообще в целом маппинг на фронтах, он более универсален, потому что текст можно же не только текст показывать, да, можно как-то еще что-то делать всегда. Поэтому, ну, как правило, это работа совместная фронта и аналитика, и мобильных разработчиков. И можно еще один маленький вопрос? Было заявлено о том, что вы участвовали в рейтинговании MarksWeb. И хочу узнать, вы считаете, что именно спецификация требований, то есть подробные требования, вам помогли занимать первые позиции? Да, я считаю, что это здорово помогает избежать ошибок, помогает ускориться, помогает сделать больше функционала, когда другие тратят время на выяснение деталей. Я считаю, что это помогает сделать качественный продукт, конечно. А удерживать позицию это помогает? Ну, рейтингование же, как правило, почти каждый год. Да, рейтингование каждый год, но в том числе оцениваются новые фичи, которые выводятся, и поэтому это действительно важно. Спасибо. Так, Настя и Лиджин, кстати, Елизавета, вы мой вопрос украли, первый. Я тоже хотела спросить про маппинг значения полей. Я вот задам, наверное, более обширный вопрос. А как вообще выбрать подход маппинга, если мы вдруг не ограничены, то что, вот, например, бэк не наш, мы там ничего не можем на него повлиять. Как вообще выбрать подход, да, где маппить значение ошибок, например, на клиенте, на бэкэнде, может, есть еще какой-то другой подход, может, комбинированный какой-то? Да, как? Я думаю, что, наверное, комбинированный подход будет желательным, то есть надо смотреть в зависимости от задачи. Действительно, на сервере поменять какой-то текст для ошибки полей удобней. Если на сервере есть валидация полей, то удобнее там адаптировать что-то там, потому что изменения быстрее сработают. Но тут возникает проблема, о которой я говорил, что часто приходится менять не просто текст, который показывается на экране, а прямо менять поведение приложения, то есть заставлять приложение показывать новый экран, заставлять приложение показывать другой тип всплывашки, например, или
вообще там, закрывать приложение по получению особого кода. И здесь маппинг на клиенте неизбежен. В целом я могу сказать, что общее правило такое, что на клиенте маппинг будет всегда в той или иной степени. И где его можно сделать на сервере, можно делать на сервере. Но стоит делать это все-таки осторожно, потому что более универсальный механизм, когда мобилка чуть-чуть умнее, тогда приходится... Тогда у нее будет больше возможностей по кастомизации, по затачиванию UI и UX. Есть вопрос? Последний. Добрый день. Спасибо за ваш доклад. У меня вопрос не столько технический, сколько, скажем так, бытия аналитиков. Вот этот ваш перечень, он действительно полный, прекрасный, действительно сводит к минимуму неоднозначности. Вот. Но при этом, как мне кажется, это уже требует привлечения достаточно серьезного системного аналитика. То есть сейчас у нас много есть аналитиков, которые он уже и не бизнес, но, скажем так, IT-аналитик. При этом, у нас в компании, даже имея такие компетенции, мы встречаем достаточно активное противодействие разработчиков, которые говорят, не лезьте к нам в код. То есть, там название тех же переменных в методах объектов задают они. Вот сталкивались ли вы с таким, и какие возможны варианты, выхода из проблемы, достижения баланса между аналитикой и разработкой? Я скажу, наверное, универсальный подход, что тут неизбежно надо дружить с разработчиками. То есть подход, когда говорят, не лезьте к нам в нашу зону ответственности, он неправильный изначально. Так они не должны делать, надо стараться договариваться и стараться объяснять, что все-таки речь идет о продукте, который интересен всем, что мы работаем на результат, а не на зону ответственности. Во-вторых, разработчиков, конечно же, надо активно привлекать на этапе создания спецификации. То есть надо спросить, коллеги, собираюсь решить этот вопрос, удобно ли будет, что так я сделаю. По поводу завязания аналитики в зону ответственности разработчиков. Мы рассматривали разработку нативных приложений для Android и на iOS. Если эти вопросы каждый разработчик будет решать правильно, то Android-разработчик будет сам для себя это маппить, от этой работы он никуда не уйдет. iOS-разработчик тоже будет параллельно работать это делать, от нее он тоже никуда не уйдет, без нее никак. Ресурсы расходуются в два раза, это неэффективно. Лучше аналитику сделать, потом показать коллегам, они одобрят, собственно, так оно быстрее. Спасибо. Все. Олег, лучший вопрос? Я первому... человеку, кто задал вопрос, передаю этот флаер. Спасибо большое вам за вопросы, спасибо большое за внимание. Всем пока.